Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем с вами опять играть в Slime Rancher 2. Итак, у нас появились тюленчики, и давайте, наверное, их с вами заселим сегодня. Побежим мы вот сюда, и тут у нас, по-моему, есть место, куда можно поселить наших тюленчиков, или нету, может быть и нету. Так, давайте смотреть повнимательнее, по-моему, мы тут все уже застроили, нам нужно двигаться дальше. Вот так вот пробегаем, отличненько. Все, и у нас тут... Что у нас тут есть? Так, у нас тут есть ишенка. Кстати, а давайте курей вот этих громых куриц засунем сюда. Пусть они тут будут. Вот интересно, с ними наш желточек будет дружить или нет? Пока что непонятно. Ну да ладно, будем двигаться дальше. Так, у нас тут два чувачка вообще голодных. Ладно, мы потом их накормим. Нам что сейчас нужно сделать? Нам нужно вот сюда наших тюленчиков засадить. Вот, целую кучу тюленчиков. Они у нас едят мясо. И это все очень круто. Но нам, получается, надо мясо взять. Значит, нам нужно сбегать назад с вами. Так, куряшку вот одну захватим, вторую захватим. Смотрите, сколько у нас курей тут разбегалось. Видно, у нас уже там просто перебор в курятнике. Так, ну, я думаю, что мы что сделаем? Мы 23 курицы тюленчикам дадим и 6 запустим таких курей еще в курятник. К яичку нашему. Интересно, как тут все это будет происходить. Так, яичко, вот тебе 6 куриц еще. Пусть они тоже тут тусуются. А тюленчикам мы сейчас засунем вот таких куриц. Все, отлично. Мне просто интересно, какие плорты они будут давать. Ой, смотрите они. Они ругаются. Вроде все должно быть нормально, но что-то... Ни одного плорта они еще пока не дали. Я даже не знаю... Какие плорты они будут выдавать и будут ли они вообще выдавать их. Ладно, мы в следующий раз посмотрим. А сейчас что нам нужно сделать с вами? Ребята, нам нужно сделать... Блин, смотрите. Интересно, мы сможем долететь вон до туда? Мне кажется, сможем. Интересно даже, давайте попробуем. И летим, 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 летим. Все, мы долетели вот до этого места. Тут у нас вообще полное заселье. Господи, боже мой. Да, тут, ребят, всех надо будет покормить. Курей огромное количество стало. Я уже не знаю, что с ними делать даже. И я тут прикупил пока немножечко устройств. Во-первых, мы в разные места с вами можем переселяться. И давайте запрыгнем в этот портал. Я, правда, не помню, куда он нас ведет. На какой-то остров. Так, и что это у нас за остров? Давайте посмотрим. Ага. А нам бы по-хорошему... Нам бы по-хорошему вообще на ледяной остров попасть. Не есть хорошо, да? Так, ну, что мы, кстати, можем сделать? Где мы, где мы, где мы, где мы оказались? Вот тут мы оказались. Хорошо, давайте, наверное, назад тогда прыгнем в портал. И будем сейчас добираться до Снежного острова с вами. А Снежный остров у нас в какой стране? Ё-моё, как далеко-то. Как далеко добираться до Снежного острова? Нам нужно будет там построить портал с вами. Так, хорошо. Значит, просто прямо несемся вон до того портала. Так, и мне нужно вот этих вот желеек будет собрать, раз я уж их нашел, давайте сразу их соберем. Они мне понадобятся для прокачки. И вот еще я тут вижу, ё-моё, чуть не упал в воду. Охренеть, вот это было очень опасно. Так, желеек собрали. И полетели, полетели, полетели. Аккуратненько бежим и опять летим. Сейчас быстренько доберемся с вами до... Ледяного острова, который мы открыли в прошлый раз. И там будем смотреть, куда нам дальше направляться. Ох ты, господи, сейчас нам, короче, нужно будет бежать куда-то вот сюда. Короче, к водопадам. Так, отлично.
И в какой у нас стороне-то водопады? Я точно уже не помню. Прямо... Короче, далеко еще до водопадов. Давайте попробуем вот так вот долететь. Так, отличненько. Отличненько, отличненько. О, долетаем. Я даже яичко вижу. Сейчас мы его захватим. Так, бах. Отлично. Так, шарик у нас тут уже собран. Хорошо. Мне кажется, мы движемся в правильном направлении, насколько я это помню. Да, по-моему, как раз мне туда... Ой-ой-ой, мне как раз туда и нужно долететь. Отлично. Еще прыжочек, и мы почти на месте. Ребята, мы почти на месте, да. Мы добрались до нужного места. Все, шикарненько. И сейчас мы с вами доберемся до острова, который нам нужен. Так, так. Ух ты, нифига тут, смотрите. То есть тут маленькое такое место есть, куда можно спрятаться. Не-не-не-не-не, наверх я не хочу. Я хочу на снежный остров. Мы там еще многого не исследовали, многого не нашли. Так, а где у нас? Вот он. Вот он, портал. Итак, мне еще, знаете, что нужно? Нужно поставить... где-то вот тут на выходе телепорт. Давайте его вот куда-нибудь вот сюда поставим. Тут будет у нас телепорт. Смотрите, сколько я всего прикупил. Так, и нам нужно возвращающийся телепорт. Так, синий односторонний телепорт в оранжерею. Нет, мне вот этот нужно. Снежный телепорт. Так, установить. Да, все. Теперь я могу сюда перемещаться прямо из своей обители. Вот это круто. Все, погнали, выходим из режима строительства. И куда мы сегодня будем добираться? Ох, ох, ой, 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 ой. Так, там шарик был. Шарик был, причем открытый. Значит, он нам не нужен. Так, двигаемся дальше. Двигаемся, двигаемся, двигаемся и... Сейчас будем разбираться, куда мы с вами полезем, на какую гору. Охо-хо-хо-хо, вот это нормально, мы подвзлетели. Ух ты, так, моржик еще у нас один вылез, но моржики нас пока не интересуют. Смотрим, так, у нас тут раскаленная земля нам не интересна. А куда мы будем с вами забираться? Вот, скорее всего, на эту скалу, наверное. Ох ты, кого я вижу, ребята, кого я вижу? Офигеть, так, я увидел огромного города, но прежде чем мы доберемся, я вот тут все внимательно осмотрю. Ох ты, так, все внимательно осмотрю, потому что тут могут быть шары, которые мы еще не нашли с вами. Их тут вечно где-то прячут. В таких местах, куда вообще не думаешь заглядывать. Вот так вот, по краешку, по краешку, по краешку. Ага, смотрите, там лестница. Так, ну, я так понимаю, тут буш... Ух ты! Так, стоять! Стоять! Золотой! Куда он делся? Тут только что был золотой засранец, улетел. Ладно, хрен с ним. И смотрите, у нас тут здоровый моржик. Привет, дружище, ты ешь мясо. Слушайте, ой, тут еще пещера целая. Так, ну, мясо, я думаю, набрать ему вообще без проблем. Сейчас просто на изи вот тут всяких курей пособираем. Только что их тут бегало прям до хрена, и уже что-то я не вижу ни одной. Куда все курицы-то делись, алло? О, так. Штук 30 мне нужно, наверное, собрать. Даже какой 30? Штук 50. Разных живых существ, которыми можно накормить этого огромного тюленчика. Так, ну давайте я сейчас соберу тогда все, что нужно, и вернусь. Итак, ребят, я, в общем, собрал курей, сколько смог. Не знаю, хватит этого или нет. Может, этот морж у нас прям очень прожорливый. Так, старый кукарекин, давайте его скормим. Так, каменистая курица, пускай у нас идет вход. Мы что-то очень много набрали. Так, обычных куриц сейчас. Давай, лопайся. Ну, вот это он ненасытный, пипец.
О, все. Все, отлично, смотрите, его раздуло, бах, разнесло его на кучу тюленчиков. И, кстати, смотрите, я еще громоцыпчиков нашел. Нифига себе, подождите, тут только... Это что такое, солнечный сок? Реально? Это у нас ослепительно прекрасный солнечный сок. И... Так, ну ладно, портал, погнали. Интересно, куда этот портал ведет? Куда-то сюда? Вот этого я вообще не ожидал. Вот прям реально не ожидал. Кстати, насколько я знаю, где-то тут, по-моему, был шарик спрятан. Надо просто пролететь, посмотреть. Где-то либо у этого строения, либо где-то в другом месте. Потому что я точно помню, что где-то шарик у нас завалялся. Так, ну слушайте, удивительно, что мы попали в это место. Я от чего-чего, а сюда я точно не ожидал попасть. Так, и я даже не знаю, куда нам теперь подниматься. Мы тут, в принципе, все почти осмотрели, но очень много еще шариков мы не нашли. И вот теперь надо гадать, куда бы нам двинуться дальше. Так, мы находимся на этой части острова, и нам бы по-хорошему надо куда-то вот так вот бежать. Короче, надо возвращаться. Давайте тогда потихонечку возвращаться. Получается, мы весь тот остров почти что с вами обошли. Единственное, мы там все шары не нашли. Вот это обидно. Но зато, наверное, мы сможем прокачаться с вами. Прокачать чего-нибудь новенькое. Это будет интересно посмотреть. Давайте я доберусь тогда до нашей базы и вернемся уже к тому, что будем смотреть, что мы можем еще прокачать. Так, ребят, пока я бежал по дороге, я, в общем, забрел вот в это место, и я нашел тут небольшой секретик, который сейчас вам покажу. Секретная дверь, абсолютно ее найти, наверное, ну, практически нереально, если ты как-то ее только не обнаружил. Итак, спускаемся мы вот сюда, пролетаем, и нет, по-моему, не тут, значит, не с этой стороны. Где-то у этой башни есть проход. Вот, смотрите, видите дверь. Значит, у нас где-то есть голова. А голова у нас... Сейчас я покажу, где. Блин, чуть не упал. А голова у нас находится, прикиньте, вот тут вот. И нам надо вот сюда кинуть плорт. А, нет! Прикиньте, я уронил плорт удильщика. Ну, ё-моё! Вот это я лох. Вот это пипец. В общем, смотрите... Тут есть, оказывается, проход секретный. Сейчас вернемся, сейчас я только еще один плорт где-нибудь намучу и попробуем зайти в эту дверь. Так, итак, ребят, я замутил еще один плорт и проверяем. Так, у нас, походу, наверху открылась дверь. Вот теперь мы можем взлететь вот сюда. Да, и у нас открылся проход. И давайте смотреть, что мы тут найдем. А у нас тут всего лишь шарик, да? Ну, слушайте, шарик тоже хорошо. Посмотрим, может тут что-то ценное есть в нем. Модуль меткого выстрела. И все? Ну, я думал, что-то прям вообще новенькое будет, а оказалось, что нифига. Но все равно это секретный проход на этом острове. Так что, если кто не знал, что он тут находится, отмечайте у себя. Вот тут это находится. Тлеющая долина. Получается, руины. И на этих руинах есть место специальное, где нужно плорт-удильщика запихнуть. И сейчас быстренько не... Это, подождите, это что? А, ну это нам не нужно. Эх, допрыгнуть бы, допрыгнули. Замечательно. А вот тут как раз удильщики, вот тут можно все набрать, все, что нужно. Так, и нам нужно теперь бежать к нашему порталу. Возвращаться, наверное, домой. Так, а где портал-то? Где-то, по-моему, наверх. Если я не ошибаюсь, да, все верно. Но, кстати, вот тут интересно было бы посмотреть. Может быть, тут, кстати, где-нибудь... Опа, и еще одна дверь.
Значит, у нас тут где-то есть башка. Где-то есть башка. Сейчас мы посмотрим. Вот это уже интересно становится. Значит, есть где-то проход, куда можно воткнуть. Давай. А я что-то вообще не вижу ни одного места с намеком на голову. То есть, если мы даже сюда пролетим. Очень странно. Так, получается, этот туннель ведет насквозь. Ну, как максимум, он должен быть где-то с той стороны, прям с противоположной. Ну, его тут нету. Тут вообще никакой головы нигде нет. Прикиньте. Либо я ее пока просто не нахожу. Вот это... О, это что это меня так подбросило? Нифига себе. Так, ну, не вижу ни одной головы, куда можно было бы воткнуть плорт. Все, тогда бежим с этого острова, потом будем искать уже проходы. Ой, блин, даже чихать начал. Так, все, возвращаемся назад. Мы сегодня тоже очень много дел, получается, сделали. Вары прям вообще ночью не дают никому покоя. Просто начинают терроризировать абсолютно всех. Но нам на них абсолютно пофигу, мы-то их не боимся. Все, бежим на нашу базу. Тут у нас зайчики наши прыгают. О, блин. Кстати, мы на этом острове сколько шаров не нашли? Охренеть. Так, нам еще тут 6 шаров надо найти. Но это сложно будет сделать, кстати. Это будет сложно сделать по той причине, что я вообще их тут почти не находил. Где они тут могут быть запрятаны? Вообще неизвестно. Тут придется, наверное, скорее всего, просто везде летать уже. И смотреть, где какой шарик запрятался. Но это все будет намного позже, ребята. Так, ну что ж, погнали. Погнали. Вот, видите, у меня теперь портал есть. Вот этот у меня портал идет на север. Вот это, куда мы в первый раз переместились. Это я уже не помню куда. Короче, пипец полный. А мы бежим. Во-первых, вот эти вот капельки надо. Две. Кину, одну оставлю, пригодится. Так, и давайте смотреть, что мы можем с вами прокачать. Порхающих плортов. Зашибись, нет, улучшения. Не можем сделать. Да. Дальше, что у нас, где? Где у нас чего не хватает? Лавовый пепел. Нам всего лишь тут нужен и кристальный плорт. Ладно, а вот эту фигню? Блин, лавового пепла только не хватает. Ключ от архива. Черт. Золотой плорт еще надо найти. Где его найти, хрен его знает. Он мне что-то не... Золотой меткий выстрел. Специальное улучшение для вакпака, который прицеливается в слабые места золотого слайма. Их секретный пупок. И удваивает количество золотых плортов при попадании. Мне бы еще одно хотя бы поймать хоть раз. Ладно, так нам получается надо что? Лавовый пепел. Лавовый пепел у нас, кстати, есть. Кстати, его можно же замутить у моих слаймов. Только еще вспомнить, где у меня лавовые чуваки тусуются. По-моему, вот здесь. Если я не ошибаюсь. Нет, нифига. Лавовые у меня не тут. Окей, значит, в соседнем загоне у нас есть огоньки. И сейчас мы пепелочку-то с них соберем. Хотя, мне кажется, может быть такое, что там и пепла-то нету ни хрена. Вот это будет тогда полный обломас. А куда это я прибежал? Подождите. Еще какая-то новая зона, что ли? Эй, а где я нахожусь-то? Я куда... Куда я бегу-то? Я заблудился. Так, и тут... Тут... Опа. Так, тут по-любому. Смотрите, морковь. Опа. Еще один шарик нашел. Замечательно. И у нас флажок овощей. Полезный флажок, который привлекает внимание к овощам поблизости. Ну, зашибись. Так, у меня... О, да ладно, на... В оранжерее можно найти все 3 шара. То есть у нас получается на каждом этом по шару, да, будет?
А куда я прибежал? Я что-то эту... Я разве эту зону покупал? Что-то я не помню. Офигеть, смотрите, тут сколько еще места. Прикольно. Я даже не знал, что у меня это место есть. Куда-то вот сюда еще могу пробежать. Офигенски. У меня, оказывается, куплена такая крутая большая зона. Вот так вот. Я о ней даже и не знал. Так, получается, у нас, значит, в каждом месте есть по шарику, да? А, окей, давайте попробуем тогда найти шарик во второй зоне. Ну, что-то я, правда, очень сомневаюсь, что мы его сможем найти. А, либо он где-то запрятан очень сильно. Так, смотрите, куда мы забираемся. Да, если смотреть тут... О, есть. Ребята, есть, вот он где. Смотрите, куда они его запрятали. Охренеть, как высоко. Просто охренеть, как высоко запрятали. Так, флажок мяса. Замечательно. И... Так, вот у нас пепел. Где? Где? Где у нас ребята, которые жгут просто? Пепелочек. Ребята, дайте-ка я у вас немножечко тут пособираю. 5 штучек? Всего лишь 5, да? Так, огоньков надо выпустить и надо их покормить чем-нибудь. Давайте манго хотя бы им дадим. Я думаю, они манго любят у нас. Сейчас замутим им побольше. Вот так вот, ребятушки, питайтесь. Все, огонек есть. Так, и получается, мы только в одном месте не нашли, да? В соседнем шарике. Мы сейчас можем найти, получается, соседний шар. И у нас с оранжереей будет все, типа. Вот это, слушайте, хороший вариант. Давайте, я прям хочу найти последний шарик. Давайте даже вот тут запрыгнем. Просто вот так попробуем пролететь. Опа, смотрите, куда мы забрались. Ой-ой-ой, как высоко. Так, и... И где? Где этот шарик может быть? Так... Смотрим внимательно. Скорее всего, возможно, он где-то вот тут прячется. А может и вообще его тут нет. Может он где-то в другом месте, хотя я уверен, что он где-то должен быть тут. Вон он, по-моему. А, нет, там... А, то... Подождите, там же мы его находили, по-моему, да? Мы же сюда прыгали уже. Или не прыгали? Отдельный островочек тут же есть. И тут у нас... Чё, у нас только дроид этот, да? А где шарик-то? Алло, дайте шарик... А, вот он. Нифига себе, смотрите. Вот тут вообще нереально его почти найти. Все, мы нашли все 3 шара. Флажок, фрукты, ребята. И получается, все, в оранжерее мы все 3 шара собрали. Офигенски. Все, теперь возвращаемся в лабораторию. Мы сегодня очень важную работу сделали. Мы в одной зоне все шары нашли. А вот в других зонах будет искать это все очень сложно. Я даже не представляю, сколько нам понадобится времени. Так, ну что, пробегаем. Так, нам аккуратненько, наверное, огонек вот сюда надо закинуть. Так, огонечек. Сколько нам там надо-то огоньков? Так, огненный. Не хватает. Блин, ну лавы нам, короче, не хватает. Так. Лавовый пепел. А, это не то, мы не то собирали. Ладно, ребят, на этом все. Сегодня мы круто постарались. Так что будем... Это... Я не понял. Я могу такой выстрел делать? А почему я не знал об этом? Нифига себе. Вот это да. То есть у меня такая есть способность крутая. Я могу делать крутые выстрелы.
и даже об этом не знал. В общем, ребят, на этом все сегодня. Если вам понравилось это видео, обязательно поддержите его лайком, напишите какой-нибудь комментарий, будем потихонечку дальше проходить эту игру, открывать все шары, искать чего-то новое, но, наверное, уже не так часто, не каждый день, потому что все основное мы уже нашли. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.